общественном транспорте города Сочи. На остановках, в автобусах и электричках, на ЖД и автовокзалах используйте защитные маски. Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в сторону вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Это без нее вино, а с ней воду, понятно. А, там продают вино. А вот здесь вот, вон.
приветствовать вас в уютном и гостеприимном городе-курорте Железноводске. И хочу напомнить вам о мерах профилактики коронавируса, которые важно соблюдать, приходя ко мне. Носите защитные маски и перчатки. Соблюдайте дистанцию не менее 1.5 метров друг от друга. Чаще мойте руки. А еще помните, что Железноводск – город здоровья и хорошего настроения. Александр Сергеевич Пушкин. Признание. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю. При вас мне грустно, я терплю, и мочи нет сказать желаю, мой ангел. Как я вас люблю, когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, и платье шум, и голос девственный, невинный. Я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне от рада, вы отвернетесь мне тоска, за день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склоняясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умилении молча, нежно любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь отдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествия в опочку, и фортепьяно вечерком. Алина, жальтесь надо мною, не смею требовать любви, быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Виталий Ненашев, президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края. Я не могу. Да, я не могу.